Итак, почему вы решили возобновить психотерапию? Брат недавно вернулся. Его не было лет 15-16. Ага. Хотите наладить с ним общение? У меня нет его телефона. У меня новый пациент. Не пойму, у него биполярное... Мы общаемся! Или диссоциативное расстройство. Он платит наличными. Супер. Если он наличными оплачивает лечение шизофрении, он точно не шизофреник. Простите? Простите, я Крейг Норман, брат Джоша Нормана. Почему вы вернулись в город? Удостовериться, что все в порядке. А вы не хотите с ним лично поговорить? Знаете, мне кажется, я больше не хочу обсуждать Джоша. Я никогда так не поступаю. Вы уже говорили с братом? А что, вы говорили? Джош очень серьезно болен. Просто я боялся. Чего? Что ты сделаешь меня убийцей или продашь меня на органы? О, мне кажется, у Джоша галлюцинации. Да? А я в этом уверен. Хочу вам признаться, я видел брата, но только в образе. Джош! Иногда он является мне в виде бомжихи. Я в этом мастер, Джош. Он превосходно умеет менять внешность. Я могу сменить образ всего за пару минут. Я вам такое про брата расскажу, вы мне точно не поверите. Я ужасный человек, но тебе пора встретиться с братом, чтобы он наконец понял, что ты существуешь. Лучше пусть все остается как есть. Нет, сейчас все просто ужасно. Мне кажется, вы очень одиноки. Я тоже. Мы слишком легко увлекаемся. Закари Куинто, Джинни Слейд, Шейла Вант и Джон Хэм. Мне и так нормально живется. У всех бывают хорошие дни и плохие, так? Но их лучше с кем-то делить. Муравьед.